Крушение пассажирского лайнера на Мальте попало на видео. Авиакатастрофу запечатлел один из автомобилистов. На кадрах видно, как самолет быстро теряет высоту, пролетает над трассой и взрывается, столкнувшись с землей. Напомним, что самолет, направлявшийся из аэропорта Мальты в ливийский город Мисрату, упал вскоре после взлета. Практически сразу он рухнул на взлетно-посадочную полосу. На земле никто не пострадал. Ранее сообщалось, что погибли 5 сотрудников пограничной службы ЕС, которые находились на борту лайнера. Однако Федерико Могерини опровергла эту информацию. Но также министр сообщила, что рейс не имел никакого отношения к деятельности Евросоюза. По предварительным данным, все погибшие граждане Франции. Причины авиакатастрофы сейчас выясняют. Работу аэропорта временно приостановили.